прекрасно провел в этом, начинал там в этом как бы футбольную карьеру свою и провел там достаточно игр, практически около там 70 игр, и, конечно, там все родное, начинал, на самом деле, председатель, ну, очень хочется сыграть, на самом деле, эмоции переполняю. Да, конечно, на самом деле, у нас еще такая ситуация, что надо брать очки, но КПСЛ на старте хочется как больше, быстрее наверстать. Конечно, стараемся больше подбадривать, напряженная, конечно, атмосфера. Хочется этой победой, чтобы на следующий день у нас было всех настроение поехать на Пасху. Всех с Пасхой поздравляю, с праздником, и хочется поехать с хорошим настроением.